интересный гитарный лайфхак от моего подписчика. Как удивить всех друзей необычным звучанием гитары? Этот лайфхак для тех, у кого акустическая или классическая гитара. Хотя ребята на электрогитаре тоже могут это проверить и написать об этом в комментариях. Для этого лайфхака нам понадобятся простые спички. Но нет, поджигать мы сегодня точно ничего не будем. В коробке мы оставим только 1/4 от всех спичек, а потом вставим его в распорку между первой и второй струной, посередине между бриджем и дыркой. И теперь, когда мы будем играть испанские мотивы, нам будут аккомпанимировать настоящие кастаньеты.